Новые современные объекты инфраструктуры и сооружения сданы в Академии вооруженных сил. Это позволит наладить учебный процесс на более качественном уровне. Лола Ракаева с подробностями. Управленческое звено армии готовят здесь, в Академии вооруженных сил. На сегодняшний день это одно из самых престижных и авторитетных образовательных учреждений в регионе. Реформы в оборонной сфере позволили решить многие актуальные вопросы. В первую очередь, создание современной учебной базы с учетом специфики нашего государства. С учетом актуальности вопросов в преддверии знаковой даты, здесь построены и сданы в эксплуатацию новые корпуса для курсантов. За короткий период была проведена огромная работа по изменению и обновлению инфраструктуры учебного заведения. Здесь созданы условия для образовательного процесса и проживания курсантов. На торжественной церемонии по случаю сдачи объектов приняли участие представители оборонного ведомства, военнослужащие, ветераны вооруженных сил, представители государственных организаций. Гостей ознакомили с созданными условиями и учебным процессом. Новый учебный корпус в соответствии с требованиями современных стандартов, как обязательно, это новые технические средства и наглядные пособия, что позволяет качественно организовывать учебный процесс, получать и совершенствовать знания курсантам. Разгрузка и отдых курсантов тоже немаловажный фактор в подготовке будущих офицеров. Новые комфортные общежития представляют собой спальные помещения, рассчитанные на 2 человека. Комнаты духовности и просвещения, крытый плавательный бассейн. Словом, сделано все по максимуму, чтобы молодые патриоты всецело посвятили себя служению Родины. Впрочем, науке побеждать им еще предстоит учиться. В течение дальнейшего практического обучения курсанты будут осваивать новейшую технику и вооружение, первое знакомство с которыми уже состоялось. Это был их первый выход на полигон. Ровно через 2 дня теперь уже в их военной биографии будет важное событие – принятие военной присяги, священные слова которой они будут произносить мотивированными служить верно и преданно.